Привет всем. Вчера я общался целых полтора часа с мусульманином, ну, с таким, с правоверным. То есть не по названию, а который, ну, хорошо Коран знает, там, намаз совершает 5 раз в день, по-моему. И самое интересное, когда я у него спросил, кем был его народ, а он дагестанец, до принятия ислама, знаете, он первый мусульманин из сотен, с которыми я общался, сказал: ну как, говорит, христианство произошло раньше, чем ислам, поэтому, говорит, дагестанцы были христианами. Ну, а потом, когда пришел ислам, они стали мусульманами. В общем, я ему много интересных вопросов позадавал. Откуда вообще произошли все народы? Но он считает так же, как и в христианстве нас учили, что все народы произошли от Адама с Евой. На что я задал ему очень много встречных вопросов, ну, на которые он ответить не мог. Ну, впрочем, как и обычно отвечают христиане, ну, Господу все возможно. То есть Господь может от одного человека сделать и китайцев, и корейцев, и японцев, и африканцев, и осетин, и армян, и азербайджанцев, вот, и корейцев, вьетнамцев, славян. А с другой стороны, вы же понимаете, что это, ну, просто сказка, вымысел. В природе есть так называемые законы природы. И я сказал, говорю, ну смотри, ты дагестанец, ну и жена, соответственно, дагестанка, да. Ну, от тебя же африканец никогда не родится, правильно? Ну, это невозможно. То есть от тебя родится только такой, как ты, по твоему подобию, по твоему образу, похоже на тебя. И кореец тоже не может родиться от дагестанца. А если от дагестанца родился кореец, это что-то не в порядке, правильно? Тут нужно вопросы задавать жене, да? Ну, так вот, как от Адама могли родиться все остальные народы, а нас там тысячи народов на всей земле. Плюс все-то потомки Адама были утоплены Господом, он-то их всех утопил, кроме Ноя там, ну и нескольких представителей его семьи. Тогда получается, все-все-все народы мира происходят опять от одного человека, ну или от нескольких семей. Но с другой стороны, мы сталкиваемся опять же с такой физической проблемой, как связь с очень и очень близкими родственниками, то есть с братьями и сестрами. А мы знаем, что такие связи приводят к последующему деградированию потомства. Поэтому никто не женится на своих сестрах, на очень-очень близких родственниках, потому что могут вылезти проблемы не в следующем поколении, так через одно, через два. То есть постепенное будет деградирование, поэтому между близкими родственниками браки не приветствуются, в принципе, даже в религии. Но нам говорят, раньше можно было, до закона Моисея можно было. Вот. А получается, значит, до закона Моисея законы природы не работали, да? Ну, представьте, в кого бы мы все превратились, если бы мы все были от одного Адама с Евой. Но в Библии, как и в Коране, ну, не буду точно утверждать сейчас, потому что я Коран изучал всего один раз, поэтому могу запамятовать некоторые его суры, могу ошибиться, да? Но Каин же ушел в землю Нод, а там уже были народы, которые уже жили, а этого никто не замечает практически. И когда я задавал ему вопросы, он говорит, ну, значит, Мухаммед был арабом. Я говорю, здорово, Авраам был евреем. Я говорю, ну ты понимаешь, что арабы существовали до евреев? Ну, арабы, насколько я понимаю, это древний народ. Ну, равно как и все народы мира, это древние народы, да? Авраам-то был халдеем. Я когда ему сказал, что Авраам был язычником, он бедолага, чуть за голову не взялся. Типа такого быть не может. Я говорю, ну Авраам-то был халдей, жил в Уре халдейском. А евреем он стал называться только после исхода, выхода из
Халдея. То есть Халдей стал называться странником и пришельцем. Это буквальное значение слова «еврей». То есть с другого берега пришелец, с другого берега или с другой стороны. Ну, много толкований для этого. То ли пришелец с другой стороны, с другого берега, там странник. Вот это вот значение. Вот, я говорю, а как пока Авраам ходил там по пустыням, чем занимались арабы, китайцы, японцы, славяне, африканцы? То есть фишка в том, что ни Библия, ни Коран ничего не говорит нам про эти, ну, народы, которые мы видим сегодня. Там вообще какие-то другие народы с другими названиями. Евусеи, Гергесеи, там, Хананеи и прочие. А кто они сегодня? Или те народы вообще были истреблены, выкошены под ноль? Тогда вопрос, кем были выкошены под ноль? Вот такие вот интересные вопросы. Так что такое заявление, что мусульмане были до Корана, до Мухаммеда христианами. Ну, я говорю, ладно, хорошо, а до христианства кем они были? Ну, и человек понял, что таких вопросов ему никто никогда не задавал. И, конечно, да, это подгружает мозг. И вот думаешь, а что? Ну, если нам говорят, что вне Христа спасения нет, мусульманам говорят, что без веры, значит, и принятия пророка и Корана спасения нет. Вопрос, а куда тогда шли все миллионы, миллиарды наших предков, которые не знали ни Корана, ни Иисуса, ни Торы, ни Библии, ни вед славянских или индусских? Вам не кажется это странным? Поэтому я пришел к выводу, что человек должен жить своей совестью, по совести. Пока отклоним. Человек должен жить совестью, по совести. Это и есть кон мироздания. Религии приходят и уходят, религии рождаются, создаются, пропадают. Посмотрите, сколько у нас было сотен религий до основных сегодняшних. Очень много было религий. Они все исчезли, эти религии, и пришли на замену им новые. Пройдет еще, может, 1000 лет, появится новое. Скорее всего, мы перейдем в электронную версию миропонимания. К этому, по крайней мере, все идет. Да. В электронную, вот именно вот в электронную версию компьютерного мира. Все на то похоже. Ладненько, мне нужно ехать. Я сделал свои дела, зашел тут в кафешку, попил кофеечка с вкусняшкой. На этом все. Как-нибудь еще увидимся с вами.